Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в Binding of Isaac Afterbirth Plus, тот, который дневные испытания, где-то они тут вот тоже начались. Это Мэгги. Мэгги так Мэгги. Че ж нет-то? Давно чуть не было, и вот сейчас Мэгги нам покажет, как это, мастер-класс, как надо проходить. Еще бы знать, что это. Что ты такое? Давайте возьмем, и это, когда Shard of Glass, Blood and... Я не знаю, что он делает, правда? Но у нас оно есть. Внезапная пилюлька, спидап. Хорошая пилюлька, больше таких пилюлек. Ну, как мне скорость. Где-то, кстати, на заднем фоне, может, слышите, сверлит человек-сосед. Но, к счастью, это какой-то не совсем сосед. А это же через три сосед, поэтому не опасно, не слышно, по крайней мере. Но, я думаю, микрофон не улавливает столь тихий шум, и хорошо. Вот, правда, один вопрос. Вот почему-то сверлит этот человек-сосед. Какая-то тенденция. Ровно в час дня, когда у всех обед вроде как начинается. Он, может, так ест? Так, а подождите, там где-то надо была бомба? Или нет? Я что-то не помню. О, как внезапно! И тут мы находим кирку, которую мы находить не будем. Я помню, это дата-майнер, и что-то мне его неохота брать. Потому что он по-разному реролит характеристики. И может быть хуже, чем было до этого. Скидыщ! По-моему, он уменьшил дальность стрельбы. Короче, я его брать не буду. Но увеличил удачу. Удача — это необходимейшая вещь. Теперь единичка удача. Ну все, теперь затащит. Я надеялся, что он может реролить, ну скажем... Вот там сундук есть. Реролить, ну скажем, дамаг. Потому что дамаг обычный 3,5, как бы никакой. О, ключики, прекрасно. И вернули бомбу. То есть вот этот сундучок был чудесный. Одна монетка, заходить в комнату с магазином, даже с двумя монетками, как сейчас нам предлагает игра, немножко не фонарь, не фонтан, но не будем. Три монетки уже как бы намекает, зайди, там что-нибудь есть. За три монетки ничего там нет. А зато тут есть человек-бинт. Сейчас он будет стрелять, и он попадет, всегда попадает первым выстрелом, и хоть ты что. Можно убить уже эту бошку одну. Спасибо. А вот сейчас это, что это было? Вот это не надо. Так-то не надо-то. Ты хуже всего, когда он начинает подходить. Когда он подходит, это все. Это значит, он сейчас пульнет гадкий самонаводящийся выстрел. Да ладно. Откуда, кстати, взялось сердечко? Я так подумал, может все-таки взять датамайнер и работать с его помощью. Ну, сколько я помню, ничего хорошего в реролле от датамайнера не получалось. Хотя... Но был же у нас уже такой забег, и вроде я его не сразу выкинул. То есть, может, все-таки попробовать датамайнером? Как же они прыгают-то хорошо? Не попал, не попал. Так тебе и надо. Сколько вы еще бить? Наконец-то. Ну, а половинка серого сердечка. Теперь-то оно целое стало. А было-то два. Было два. Ну, что ж поделать-то? Такой босс, первый босс для Мэгги. Вот, я прям не знаю. Со стандартным дамагом 3,5. Я, правда, нам дали какую-то еще штуковину невнятную. А вот тебе еще больше здоровья, и как раз красное сердечко пришлось к месту. Что, взять датамайнер все-таки и пытаться им чего-нибудь реролить? Ну, я боюсь, он такой нарежет. Лучше не будем. В ожидании лучшего, то есть худшего, не будем даже трогать датамайнер. Он чаще всего не оправдывает свои заявленные характеристики. Нет, он все правильно, он реролит, но этот рерол не всегда в хорошую сторону. Че такое-то? Что началось-то? Чего не бегают? Ладно бы еще бегали, да тут камень с крестиком, скажем, лежал, который увеличивает дамаг. Ну-ка, давайте. Это же можно устроить? Пожалуйста. Нет, тут сразу лежит комната с артефактом, который выдает... Ну хорошо, маленький сундучок, в котором... Ларчик. В котором может что-то и есть. Может быть. Вот только не помню, это он срабатывает, когда... персонажу по морде дают, или он там в конце комнаты... О, да, когда дают по морде персонажу. Сработал. И, наверное, только раз в комнату. В комнате. За комнату. Проверять второй раз как-то неохота.
А сейчас бы мы смогли датамайнером уже реролить второй раз что-нибудь. А вот... Но нет. Это игра про упущенные возможности. И, как я уже говорил, нет ничего хуже упущенных возможностей. Вот они. Так, а что это такое? Понял, когда находится монетка, будет пук. Меня другое интересует. А где тут секретная комната? Я бы тут поставил ее. Тут ее, конечно, нет. Она может примыкать здесь. Здесь внизу нету. Вот тут может быть. Тут, кстати, может быть, но... Оставим лучше бомбу. Вдруг попадется камень с крестиком, а там что-нибудь хорошее. А я его не возьму, потому что потратил на поиски несуществующей комнаты. Вот, например, сундук. Вот, например, босс. А что, нам не дают камень с крестиком? Это сегодня не будет, да? Столько камней и ни одного с крестиком. Ну, зато дали еще одну бомбу, еще ключик. И, может, тут камень с крестиком? Тут где-то секретная комната. Либо вот вверху, либо слева, справа. Короче, мы взорвем там, где сундучок. Попробуем что-нибудь изъять из сундучка. Оправдалась ли бомба? Да, закинули монеток, теперь их 10, и даже можно глянуть, что в магазине. А почему бы нет? А в магазине за... вот это надо взять. Видите, ровно 10 монеток хватило. Ну хорошо же зашли в магазин. Тогда взорвем еще и кипера, чтобы получить еще монетку. И взять еще серое сердечко. О как! Магазин неплохо оказался. Дамага нам не добавили? Нет. Ладно, пошли бить босса. И это что-то жуткое. Небось, та штуковина, которая спадается на кучу пауков или червей. Наверное, червей. Ну, не факт. Но это не точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как бы теперь их так всех расстрелять. Ой, да ладно. На 4 части распадается. И каждый, небось, еще на 4 червей. Нет. Червей-то уж не столько много. Да, спасибо, задето. Это ужасно. Дамага нет. Я знаю, их надо над пропастью уничтожать, но тут что-то вообще сделать нереально. Задето. Хватит задевать-то. Задето. Последнее задето, которое можно пережить без последствий. Фух как. Так, значит, дают черное сердечко. Как не дают? Они дают. А раньше вроде давали. И вообще лютый какой-то шлак предлагают. Особенно вот это смешно. War of Babylon, когда надо всего-то половинку красного сердечка иметь. Ну, конечно, это наш персонаж. С половинкой-то красного. Ну, больше ничего нет. Ну и ладно. Зато теперь в комнатах с артефактами у нас будет на выбор один из двух артефактов, а не просто один какой-то отстойный. Нет, сюда не пойдем. Тут, наверное, тоже тупик. А вот и нет. Совсем и не тупик. Ой, почти достало. Да оно достало уже. Своими мухами достали. Вот правда. Очередная комната в стиле комната смерти. Спасибо, не надо. Нет. Какая-то пилюлька. Какой-то пилюлька, это которая оказывается Лемон Пати. Чудесная пилюлька, только ж вот не к месту совсем. Да, тупик оказался тут. И... Хоть бы они не стреляли. Не стреляйте, нет. Бомба. Ну, бомба, чё? Вот здесь наверняка секретная комната. Ох, началось. Ох, началось. Ой-ой-ой, началось. Спасибо. Пендель получен. Два раза. Ну, как бы уже комнаты со сделкой не ждите. Слушайте, это даже не хардмод. Почему столько всего и все такое злое? Они не любят Мэгги. Ну, что поделаешь, они тут никого не любят. Вот тебе на выбор. Дебильный магнит или дебильный помощник? Шо то отстой, шо это отстой. Ну ладно, возьмем помощника. Отличная комната. Чего сюда зашел? Идти бы уже бить босса, но как бы и бить-то нечем. Вот такой выбор отличный дали, да? Вот просто как вот демократические выборы в любой стране. На выбор вам предлагается два отстоя. И вот выбирай.
Или больше. Да что ж, оно такое прямо самонаводящееся. Три монетки, в магазин идти нет смысла. Тем более, что ключик всего один остался. Опять пошли к боссу. Только какой-нибудь попроще босс. Пожалуйста, какой-нибудь червь-пин. Не знаю, что-то, что не будет дамажить по голове больно. Внезапная руна, которая оказывается руной Беркано. Ну, мы ее где-нибудь перед боссом да включим. Хоп, успел. Хоп, еще бомба. Бомба хорошо, только... Что такое-то? Что такое-то? Да ладно. А можно мы уже убьем этот портал? Спасибо. Полгода не прошло. Зато вот тут наверняка секретная комната. Я просто не вижу другого места, где она может быть. Появись. Нету. Это было смешно. Карта. Старт, телепортация. Куда же это? В комнату с артефактом. Ну, Беркано тогда используем. А Старс возьмем на следующий уровень. Телепортнемся прямо в комнату с артефактом. Там, где у нас будет выбор одного из двух отстойных артефактов. Ну или что там будет вообще. Так, а на что желтая должна распасться? На монетку. Наверное, все-таки секретная комната где-то вот здесь была. Что, наверное, вот это возьму, потому что то ни на что вообще не годно. Ну, такой себе босс. В стиле... Ай да ладно. Вот он сейчас своих червей да и побил сам. Я на них новых наплодил. Спасибо, спасибо. Опять задамажили. Комната за сделкой не ждите. Опять попадина. Хватит попадать-то. Да ладно. А дамага-то нормального-то нету. Ну, раз он не стреляет, как ненормально. Вот, давай, давай, всех дамаж своих червей. Ты же умеешь. Поразводили тут боссов. Не пройти, не проехать. Опять задето. Что ж творится-то? Хватит попадать. Стоп дует. Говорится, почти по морде не получено. Ну, почти, не считая того, что совсем все получено. Достал со своим спавном червей. Просто это что-то нереальное. За гранью добра и зла, понимания смысла жизни. Не знаю. Это ужас какой-то. 6 красных сердечек. Классно, но... Сколько получили по морде в этом... Это в 2017 году от этого босса по морде получать. Мэгги такая Мэгги. Либо яйцо, которое я не помню, что делает. Но... Либо бомбы, которые, я знаю, они взрываются так. Кстати, яйцо не взять без бомб. Спасибо! Как же в него попасть-то, если они его закрывают? И сначала надо убивать их. По-моему, даже он все равно не сломался. А... Ой, короче. Ой, ой, все. Вот тебе сундучок, в котором... Мультипаспорт. Это, кажется, нормальная вещь. Потому что есть такой же артефакт, так он, по-моему... Получено по морде. А че я сюда иду? Нам-то сюда и не надо, наверное. Нам-то надо было все-таки налево. Сходить налево. Мэгги пошла налево внезапно. Да все уже. Нету никакой комнаты со сделкой с нечистым. И черт с ней. 0,5% шанс появления. Да не нужно вообще. Как вообще с отсутствием дамага вот таких монстров подсовывают Мэгги? Ну правда. Не, я понимаю, что тут ставка на... Вот на то, что много здоровья. Комната смерти. Что бы еще тут попалось в 2017-м, как не эта комната. Ну, в принципе, она тут как раз в 2017-м и задумана. Ну, в смысле, выпущена. Это гадкая комната смерти, в которую вообще нельзя не получить дамаг никаким образом. Если кто-то тут может пройти без получения дамага, вот этим конкретно персонажем, ну что ж, поздравляю. Вы нашли банан. Нет, кокос. Блин, нету. Я не знаю. Взять все-таки вот это. Пусть уже половинки сердечек выпадают, потому что дамага хорошего так и не завезли. Ключик, сердечко.
Ну хорошо. Сердечко сейчас на шипы вот так вот специально так. Вот, не взять. И внезапная пилюля, которая оказывается пилюлей внезапно ненужной. 7 монеток и 5 ключей, можно пойти таки глянуть, что в магазине. А вдруг? Вдруг в магазине что-то есть. Что-то есть, например, серое сердечко. А мы его даже и возьмем. А чё бы нет. И даже еще возьмем и взорвем кипера, потому что... А чё бы и нет. Плюс 5 монеток. И возьмем пилюльку, которая окажется пилюлькой... Hells down! Отлично. Вот, пожалуйста, что тебе 6 много. Ну, вот тебе 5, чё ты. Ой, ладно, ну тут-то хорошо. Тут-то все классно, правда, ангела не взрывать, но и не надо, чего взрывать-то. Знаем мы эти взрывы ангелов. Особенно в секретной комнате. О, может вот это будет получше? Подождите, что будет? Да что не взялось? Берись! Стреляет быстрее. Пожалуй, это неплохо. Вот это плохо. Опять нам под... Да как он так вот хитро отразился и прямо на персонажа? Если я прямо в него плевал-то, как произошло, что он отразился прям? Неужели помощник дебильный так дебильно метнул свой дебильный выстрел, что... Ладно. И опять пилюлька Hellsdown? Что, издеваются? Это что? Это... Что? А давайте нам не надо таких пилюлек вообще. Как она вообще так взялась? Троллибомба, уходи! Чушь, ни одна из бомб его не задевает. Ну, хитро... Да ладно. Хитро сделали свой гадкий тайминг. Конечно. Я не знаю, у меня просто слов нет. Внезапно счастливый случай. Сгорело об его же костер, но это ж такое ни о чем. Наконец-то добили. Вот тебе пупок. 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 Можно в магазине что-то взять бесплатно. А что там было-то? А да, пилюльку эту гадкую выкинуть. Пошла вон. Синяя пилюля не брать. Это мы ее купили? Мы ее купили, и она тоже Hellsdown. Как так-то? Это какая-то неправильность. Картогенератор. А взять что ли картогенератор? А возьмем картогенератор. Бесплатно же. Сгенерируй карту. Хай приезд. Вот кого-то. Какую-нибудь пакость один раз раздавим мамашиной ногой. Может тогда взять вот это еще? У нас почему-то можно носить две тринки. Наверное, это из-за вот того первого артефакта. Ну, похоже на осколок стекла, но, возможно, это кулек такой, знаете. Кулек, свернутый из бумаги, которым что-то можно носить дополнительно. Типа еще одну триньку. Ну, наверное, я не уверен. Так, это что у нас за уровень? Это Depths 1. Предмамашный уровень. Предмамашное состояние. Ой, сейчас начнется. Началось. Так, вот этого в первую очередь надо задамажить кокон, потому что вот, ну правда. Заплюет всех. Ну, хорошо. Вот это, конечно, нововведение отличное. Половинчатое серо-красное сердечко, которое дает или красное, или серое, в зависимости от того, какого не хватает. Это чудесно. Монетка. Хорошо. Сейчас вот тут начнутся хорошие комнаты. Но не факт. Это не точно. Совсем не точно. Что значит не хватает дамага? Это вшивого паука, да и не убить никак. Дын-дын-дын-дын-дын. Все чудесно, только не понял. Ага, пауки. Пауки. Значит, были выданы пауки. Как он переколдовался? Это, наверное, помощник, который... Случайный помощник. Дебильный случайный помощник переколдовал его.
Да что ж он всегда поворачивается? Только заходишь к нему сзади, он поворачивается. Это что за манеры-то такие? Отходи от нас! Ах! Сейчас пилюлька. Повышение скорости. Это хорошо. Еще лучше. Ну, началось. Что за такие волны-то новые? С мини-монстрами. Единственное, что есть, это скорость выстрела. И то такая. Скорость полета. Слизинки. Куда ни шло. Но это только благодаря этой трубочке Тринки. Все, больше ничего хорошего нет. Ключик, какое счастье. Вот без ключика-то мы тут бы изогнулись. Но теперь-то все нормализуется. Через низ пошли. Ну пошли вниз глянем. Да ладно. Конечно задето. А как еще может быть? Вот два гадких призрака, из-за них столько мороки, что... Даже не знаю, один сдох. Нет. Второй-то остался. Наконец-то, серое сердечко. Вот тут мы его и подберем. Two of diamonds, удваивает количество денег. Ох, теперь их 10. Денег. 10 денег. Секретная комната. Хочу в секретную комнату. И да, она тут, в принципе, я тут бы ее и искал. А это что у нас? Это уровень-то еще предмамашный, да. Взорвать кипера или не стоит? Давайте не будем его взрывать. Оставим бомбу на камень с крестиком. Вдруг появится. Ну, мало ли. Ой, что творится-то? Ну, и как их бить? Сразу прыгнуло в лицо. Какой-то... Да хватит! Фейсхаггер, да все уже! Вы сбагуйтесь, хватит напрыгивать на нашу несчастную Мэгги. Ну, крайне неприятно, действительно. Заходишь в комнату, а в лицо прыгает вот такое. Вниз. Ну и по итогам, вот эти две комнаты не стоило даже проходить. Что, зачем, почему не надо? Спасибо, зашли. Конечно, было бы еще как-то обосновано, если бы тут была секретная комната. Нет, это просто тупик. Даже тут ничего нет. Ну да, тут лежало серое сердечко. Ладно, может тут что-нибудь? Тут чего-нибудь, тут вот такая еще не кислая комната. Да конечно! Слышите вы там? Достали. А еще после них останется кокон. Ну конечно. А то как же без этого? Что-то какой-то вот, ну действительно, тяжело играть этим персонажем. Ну или это, возможно, просто такое нареролена ситуация, что и тяжело играть. Да хоть бы какое-нибудь усиление дамага. Совсем же дамажит не очень. Очень не очень дамажит. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Ну, вернули серое сердечко, типа. Оу, классно. Теперь-то заживем. Вот это, что такое-то? А за ней еще одна такая комната. А вот если бы это была просто проходная комната, я даже не пожалел последнюю бомбу, убежал бы отсюда. То есть взорвал бы дверь, пробежал, да и все. Но нет. Ну и что она делает? Ну не попала. Называется, переколдовали на нашу сторону. Лучше не стало. А так что ж такое-то? Сколько их осталось? Две или три? Три. Конечно, три. Какой кошмар. Релакс. Типа расслабься. Все равно это ерунда. И читеры уже прошли давным-давно. Как вот это можно пройти за маленькое количество времени? Я не знаю. Дамага? Нет. И все тут. Отличная комната. Кстати, надо бы вот это взять. Да и вот это бы взять надо. Это что, мы будем тратить кучу ключей? Кучу ключей! Сейчас, давай. И будем их водить через бетонные блоки. И будет их вот этот близнец убивать. Вот это поворот! Попались! Самонаводящиеся выстрелы. Получите, съешьте. И
вот туда я не хочу. Holy card, сделай что-то. Щит дала. И навсегда это? На одну комнату. Вот это holy card, так holy card. Где святой щит, который holy... щит. На, ну святой щит, ладно. Holy щит так звучит как-то. Объединили. Русское и нерусское. Получился holy щит. Ну, то, по-моему, holy shield. Ну, потому что щит по-ихнему... Да ладно! Ёшки-матрёшки. Чё происходит-то? Зачем столько-то? Как это проходить? Нет, я пройду-то. Ну, блин, с такими потерями. Это, что называет, пирова победа. Когда победил... Ну, то есть победивший и проигравший как бы не сильно отличается. Ну типа победил. Но затраты на победу превышают бонусы, которые будут в результате победы. А тут и взять-то особо нечего. Ну хорошо, давайте все-таки попробуем. Теперь у нас будут гигантские помощники. О, гигантские, это классно. И внезапно тут тупик, просто тупик. То есть мы обошли вот столько... Ну, хорошо, нашли в магазине гигантских помощников. Вернее, так скажем, артефакт, который делает их гигантским. Ну да, и тут еще секретная комната. Стоп. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Чудесно. Именно этого и хотелось. Совсем нет. Карта Стрэндж. Полезная карта, но мы ее не возьмем. Какой-то ад. Что, зачем, почему? Вот столько пройти злых комнат, чтобы в конце получить вот это. Троллейбомбой по морде. И так у нас бедняжка вся в лейкопластырях, то есть в ссадинах. Ну, в общем, ладно. Зато теперь у них два, ну, по сути, три больших помощника. И мухи, и пауки тоже, которые, если наши будут большие, это же не большие, правда? Пока что самый действенный помощник это вот этот близнец. Но, впрочем, не будем умалять значение и вот этого, как я его называл, дебильного случайного помощника. Иногда он переколдовывает врагов, и иногда это полезно. Да вот смотрите. Дебильный кубик, который... О, боже ж ты мой. Дебильный... Это же дебильный. Я его взял. Я не хотел его брать, но я его взял. Ладно, будем дамажить им. А чё нет-то? А ну пошёл! Пыщ! О, да еще и слезинками. Спасибо. По морде получено. Давно хотел. И вот оно, сбылось. Давай, лети сразу в бой. Он сразу в бой не летит. У него какая-то задержка в полете. О, возьмем Джудас. Язык Джудаса. Может, нам тут чуть поменьше скидочку сделают. Ну, что и сделают. А знаете, мы даже это возьмем все и возьмем. Вот таким наглым образом. Теперь получите. Усиление дамага, да, какое-то произошло. По-моему, это вот этот глаз и усилил. Так, что лишнее. Язык Джудаса больше не нужен. Черных сердечек надавали, то два. За что? Наверное, дали за этот язык. Как он там, Белиал или кого он там? Какой-то язык. Язык до Киева доведет. О как. Ну да. Чё ты уже перехотел? Зачем я это сделал? А ну, он взрывает их? Нет. Точно? Точно. Я не знаю, что тут хочу добыть. Кучу денег. Куча денег? Рядовой куча. Что это было? Ну, слушайте, куча денег потихоньку образуется. Не так, чтобы много, но все-таки. Наверное, вот так вот сделаем. Оставим фикарьку и трубочку. Ну да, так куча денег образуется побыстрее. Фикалька — это очищенная фекалия. Первосортная даже, платиновая. Можно есть. Не рекомендую. Так, что дают?
целом вот с этим вот дебильным Bob's Brain'ом как-то чуток легче. Ну, совсем помаленьку. Стоит их взрывать? Я что-то не уверен. А давайте лучше зайдем в комнату с боем, глянем, что там дают. Что там дают? Два серых сундука? Вот такое? Что-то неохота за серые сундуки вот это все терпеть. Как он удачно, этот Bob's Brain, попадает по врагам там. Просто невероятная точность. Вот сейчас он взорвался рядом с персонажем. Я не совсем понял, что не задело. Они это как-то пофиксили или что это было? Или наш персонаж был далеко? Миллиарды денег вот. И сейчас в магазине ты их не потратишь ни на что. А еще бы его найти. Знать бы, где он. Грибочек тоже вещь классная. Ну, значит, поменяем на фекальку. Я думаю, вряд ли появятся вообще какие-нибудь фекальки теперь. О, как. Ну, вот что-то полезное. Хотя, damage, хп. Ну, вот нормально, чё. И damage, и здоровье стало на единичку больше. Кстати, Ace of Spades. Сейчас как превратит все тут. А что он в бомбы превращает? А тут что дают? Как ни странно, что-то тут есть. Но такое, что даже и смотреть противно. Купим серое сердечко, купим, да и все. Ничего не получилось. А взорвем мы кипера. Что-то у него какая-то башка подозрительная. Это потому, что там внутри пауки. Все понятно, спасибо. Ну ладно, давай, только не троллибомбу. Ты понял? Не троллибомб. Нет. Отрицание. Не надо. Он понял? Вот тебе карта, которая уже, в принципе, не нужна. Ой, а хай приезд наш на мамаше работать-то и не будет. Где бы это была мамаша? Да ну, наверное, там вот там вот. А где-то надо будет ее использовать. Все-таки. Так, тут точно нет секретной комнаты. Хотя... Нет, там нету секретной. Давай, используйся. Помогло аж прям совсем. Сундук с шипами чуть не задел. Вот, кстати, тут, наверное, и была та самая... Спасибо. Секретная комната. Одна бомба есть, но... Я думаю, тут она и была. В предыдущей комнате внизу. Ну, взорви же там нормально. Отлично. Вот тут она. И в ней черное сердечко. Ну, в целом, неплохо же. Ага, фекальку-то выкинул. Сейчас бы и в деньгах был, только вот непонятно зачем. Три портала, вот просто чудесно. Задето. Кто-то задел, но это, по-моему, не наш был взрыв. Ну да и ладно. Итого, карта Wheel of Fortune. Колесо удачи. Может, потратить все деньги тут? Выдадут сейчас что-нибудь классное? Например, больше бомб. Монетка. Ой, дали защитную орбиталку. Может, еще дадут? А что нет-то? Раз уж одну дали, раз у нас уж прям удача единичка, то чего бы и нет. Еще зря я эту удачу реролили. Конечно, нет. Давай быстренько больше всего классного. Я даже не знаю. Ключи какие-то? Зачем? Уже все. Вот он, последний босс тут. А что это было? Это было обидно. Вот что это было. Ну и ладно, пошли бить босса. Чем мы еще тут будем задерживаться? Все понятно. С этим все понятно. Вот тебе Bob's Brain'ом по голове. В смысле, по ноге. А где у нее голова, кстати? Ну, знаете, хватило. О, боже, Иерофант. Белый слайд. И прохождение закончено. Всего-то 188 и 199 по времени. Ну, понятно, я не очень-то спешил, но как? Сейчас мы узнаем по времени. Насколько... Видите, в первой 200, это же хорошо. Насколько вот это все... 21 минута. Ну, это ладно, это нормальные цифры. Тут, в общем-то, довольно... Неужели так просто было проходить? 18, 17. Реальные цифры, согласен, это могли нормальные люди пройти без всяких читов. 14, менее вероятно, 13, 12. Как они это проходят? Может, я что-то не понимаю. Опять какой-то серый. Ага, за 0.
Секунд прошел, как так-то? Минута 20. В общем, вот все, что больше, скажем, ну вот, минут 15, по-моему, это все неправдоподобно. И то даже как-то странное, 15 минут, ну, возможно, не спорю. Ну вот, что меньше 10 минут, вот что-то тоже серенькое. Что, почему? Забаненный? Эльфин Лия, 3 минуты 13 секунд, да что же это творится-то? Скатилась в игра. Какое-то сборище читеров, и не хочу это смотреть. Огорчили они меня. Но мы все равно прошли. Четко, ну, почти четко. Почти без нытья, потому что это мой любимый персонаж, конечно, нет. А, вот, и почти без нытья, вы поняли, тоже, конечно, нет. Но, тем не менее, когда мы еще читы использовали? Да никогда. Хотя, конечно, 2017 самое время начинать. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.